дорогие друзья, сегодня мы находимся в квартире 36 квадратных метров, а по факту сколько ты говоришь, 38? 39 с копейками. Но уже вот. Сказали, что вот я разговаривал недавно, что им там плюсовали уже. Кстати, будут оплачивать. А, будут оплачивать, да? Да. Вот. Вот. Так что вот такая вот история. Тогда, может, и нам будут доплачивать. Вот. Ну, если будут доплачивать, ты в первых рядах на доплату, Андрюха, тебя не обидим. Деньги не заберу себе. Так что вот, вот такая вот как каверзная информация сразу. Потому что сейчас чё? Я с девятым этажом, угловая квартира, которая 50, там что-то с копейками, то 51 или что, а по факту там 40, куплено как бы заплачено за 40 с чем-то, 47 или что, за 48. А по факту 50, да? 50 с копейками. Ну, у нас вот на 10, на 10 этаже это тоже 50 квадратов. Уже хозяином. А, да? Потому что, да, мы делаем там... Вот так вот. Вот так вот. Слава Богу, какие-то купили там люди. Ну, понятно. Что? Так, ну, а, да, затупил. Давайте пробежимся сразу. Сейчас уже здесь... вот это одна из первых квартир, которая была сделана. Здесь уже заказана плитка, мы просто, ну, стояли и, скажем так, ждали, когда все просохнет. Вот уже подоконники у нас стоят, не знаю, наверное, недели три, просто стоят, ждут своего часа. Вот, и, ну, здесь уже нормально, здесь уже подсохло. Вот, благодаря печке и благодаря уже, теплый пол еще у нас здесь, да? Замечательно. У нас еще, а он работает, да? Блядь, шикарненько как. Шикарненько. А ну-ка. А тепленько? Разуваться не буду, да. Постоим здесь. Здесь тепленько, уютненько. Вот, я думаю, со временем наша заказчица скажет нам спасибо, что мы такие это вредные настояли на своем. Вот, а так как наша заказчица сделала первую шумоизоляцию и счет все-таки она получила на нее, вот, то мы бонусом сделали другие вещи. Мы сделали бонусом теплые полы, вот, поставили, купили датчики, заложили, залили и вот это все опять же получили вот бонусом. Потому что иначе несправедливо было бы. Всем бонусы, а нашей заказчицы нет. Поэтому, ну что, уже все хорошо, сейчас будем шпаклевать. Здесь, в принципе, подготовка уже, ну, готова. То есть, вот теперь вы будете знать приблизительно, сколько здесь проходит, сколько вот здесь проходит времени для того, чтобы ремонт, вот, можно было продолжать. То есть на данном этапе прошло где-то около 2 месяцев. Вот. И эта квартира готова вот, к чистовому ремонту. Так что вот мы 2 месяца. 26 числа мы начали переговоры вести. Да, где-то вот так. 29 числа мы приступили. Ну, 29 числа вот приступили, да? 30-го. Ну, короче, вот декабрь, январь, сейчас уже февраль. То есть, и вот, и эта квартира высохла полностью, да? Ну, да. Ну, вот. Это то, что называется как раз полной просушкой. Вот. Это то, что качество, которое вы все так любите. Вот и думайте, сколько будет длиться черновой ремонт. То есть, сделанный он когда был? Месяца полтора назад еще, да? Я уже помню, что мы уже очень давно сюда не заходили. И здесь, кроме как того, что мы просто заходим переодеваться, наверное, пацаны, и обед в теплой квартире. Даже не заходи, просто, да, все греется. Ну, время от времени захожу, посмотрю, чтобы там полы греют. Ну вот. Так что вот санузел, а здесь еще не долили еще кусочек, да? Потому что что-то там Федя рассказывал, что унитазы трубой, да, собирается, только трубой. Унитазы?
Ну, унитаз подключается пластиком, да? Ты кофру не ставишь? Или что? А смотря какой унитаз. Есть унитазы скрытого монтажа, поэтому... Короче, что-то у меня... И Серега первый тоже, когда твой зам... А, они иногда делают еще вертикально и выход такой. Да, он говорит, чтобы ты потом сумел... Потому что где-то на голубых далях или что-то, да, что-то там залили и потом... Да, там зависит от косой выход или прямой выход, да, чтобы потом не это... Да. То есть у нас уже все, здесь уже все готово. По факту надо только дождаться плитки нам, да? Да. Ну да, ну вот. Че ты забегался? В общем, друзья... Кстати, вот эта квартира 36 квадратных метров, якобы, да, мы так сделаем небольшое отступление. Вот, сейчас продается точно такая же квартира, но без простенков, без ничего, и вы можете сразу посмотреть планировку. 36 квадратных метров, по факту 39, да, вот, и получается... Стоимость такой квартиры сейчас есть на шестом этаже, точно такой же по этому же стояку, 4200. То есть, если кому-то интересно предложение, звоните, ну да, и причем чем быстрее, тем лучше. Потому что, я думаю, уйдет она очень быстро. Это одна из последних квартир, наверное, которая здесь есть. Так что, именно такой квадратуры. Так что, если что, задавайте вопросы, смотрите. Комментируйте, и всего доброго, пока-пока.